Для счастья нет преград. Мы поможем вам стать родителями. История любви. Яркая и романтичная история встречи и единения двух сердец. Но какой бы сказочной и радужной она ни была, она будет неполной без третьего, самого драгоценного сердечка. Что же делать, если вместо желанного малыша в этой истории вдруг появляется преграда, бесплодие? Что нужно сделать, чтобы эта история не закончилась словами отчаяния и разочарования? Ответ на эти вопросы есть. И имя ему – ЭКО. Технология, давшая жизнь миллионам людей, спасшая миллионы историй любви. Доказано, что дети, зачатые естественным путем и рожденные после ЭКО, развиваются абсолютно одинаково. Уже более 10 лет пациентам клиники Нуриевых доступна технология ЭКО. Воспользуйтесь программой ЭКО «Все включено». Это результативно и удобно. Секрет высокой результативности работы клиники Нуриевых в слаженной работе специалистов на всех этапах. Вам не придется ни о чем беспокоиться и ни за что доплачивать. В стоимость включены все процедуры и препараты. Мы гарантируем контроль качества препаратов на всех этапах от закупки до применения. Свой первый шаг к чуду можно сделать уже сейчас. Достаточно лишь заполнить анкету на сайте клиники. Анкета позволит врачу-репродуктологу составить индивидуальный план первого приема и дальнейшего курса диагностики. Диагностика позволяет врачу выяснить отсутствие или наличие противопоказаний к ЭКО. К моменту старта ЭКО уже собраны все документы, анализы и получены необходимые рекомендации. Осталось лишь определить день старта ЭКО. На первом этапе стимулируется овуляция. Гормональные препараты и их дозировка назначаются индивидуально. Через 12 дней происходит забор зрелых яйцеклеток. Процедура безболезненна и контролируется врачами и ассистентами клиники в соответствии с международными стандартами. К взятым яйцеклеткам добавляются сперматозоиды. В случае необходимости проводится ИКСИ. Условия в клинике Нуриевых и опыт врачей-эмбриологов позволяют выращивать эмбрионы до стадии бластоцисты, самой оптимальной для результативного ЭКО. На пятый день лучший эмбрион переносится, оставшиеся эмбрионы могут быть заморожены. Состояние здоровья пациентки, будущей мамы, контролируется до 7-й недели беременности. Финальный аккорд процедуры – контрольное УЗИ для проверки сердцебиения, самого долгожданного и сладкого звука в жизни теперь уже будущих родителей. Такой он путь к чуду. Непростой, не скорый, но, несомненно, стоящий всех приложенных усилий благодаря идеально продуманной программе ЭКО «Все включено». Результат стоит того, чтобы ступить на этот путь. Заполните анкету на сайте клиники Нуриевых. Сделайте первый шаг.